Получить знания первого курса в возрасте 12 лет не фантазия. Для этого не надо быть вундеркиндом и достаточно прилежной учебы. Казанский федеральный университет открыл последнюю летнюю смену лагеря Java Штурм. Обменяв свой отдых на программирование, можно получить не только знания, но и возможность почувствовать себя настоящим студентом. Проект Java Штурм – это возможность за 2 недели познакомиться с языком программирования Java, начав с самых базовых основ этого языка программирования, попробовать создать свое веб-приложение с базой данных, с веб-интерфейсом. При этом, при всем, ребята работают в командах, то есть имеют возможность попробовать, что такое взаимодействие с своими коллегами. От 12 до 17 лет именно такая группа собралась сейчас. Но несмотря на разный возраст, каждому ребенку подходит по-своему. Безусловно, их уровень отличается, но стараемся подобрать индивидуальный подход к каждому, постараться помочь, ответить на все вопросы, какие-то более сложные задания дать ребятам, которые постарше. Заняться учебой в летние каникулы ребят заставляет желание быть профессионалом в IT-сфере, а многие из них уже думают об учебе в Казанском федеральном. Я думаю, что я буду получать высшее образование по IT-сфере, потому что я считаю, что будущее за IT, и я хочу идти в ногу с будущим. А почему выбрал именно Казанский федеральный? Ну, потому что я сам живу в Казани, мне очень удобно сюда ходить, да и я слышал, что это один из лучших университетов в России, поэтому я считаю за честь, если пойду сюда учиться. Свою работу Java Штурм продолжит в октябре и будет ждать всех желающих поучаствовать в осенней смене. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.